Приветствую вас. В вашем тексте я увидел следующие моменты. Во-первых, ревность вашего мужа. Его ревность, его неуверенность, возможно, в себе, его сомнения в себе, его страх оставить вас с другими мужчинами, да. Вероятно, страх измены, хотя может быть это и не так, да, то есть вот за мужчиной, за его ревностью что-то стоит. Вот. Определенно. Правда, нужно разобраться с природой этой ревности. Вам, вот именно вам, нужно выработать свое адекватное отношение к ней, к ревности, то бишь, к ревности мужа, потому что иначе она вас задавит, да? Вот. Ну, именно вот, именно потому что она будет развиваться, то есть ревность будет все больше и больше развиваться, все больше и больше она будет расти, все больше и больше вам потребуется сделать для того, чтобы, ну, для того, чтобы муж был доволен вами, вот. То есть, ну, по сути, это позиция такая, что я ревную, а отвечаешь ты, соответственно. Вот. То есть это весьма эгоистичная, я бы сказал, позиция, которая, ну, ни в коем случае не должна быть вашей позицией. Если вы любите себя, уважаете и цените то, что вы делаете. Вот. Но очевидно, что либо вы боитесь своего мужа потерять, либо что вы также не уверены в себе, может быть. Либо есть еще какие-то другие факторы, вот, которые приводят вас к тому, что вы идете на поводу у мужа, у его ревности, точнее, вот, что никак вам на пользу не идет, вот. Ну, как, в принципе,
Я думаю, вы понимаете это, что не идет вам на пользу подобное. Вот. Соответственно, с этим, то есть с ревностью, вам нужно будет что-то решать, да? То есть вам нужно с этим что-то делать, потому что сама по себе она не исчезнет, ревность, она будет только усиливаться, вот, как я уже сказал, поэтому вам я рекомендую подумать в этом направлении. Это первое. Второе. Что я увидел в вашем тексте, это то, что вы в себе вот не уверены. Или уверены, но не настолько, чтобы до конца, да, чтобы до конца отстаивать свою позицию. То есть, я имею в виду, что для того, чтобы заниматься тем, что вам нравится, для того, чтобы достигать, добиваться того, что вам нравится, нужно за это бороться. Вот. Ну, я надеюсь, что это очевидно, что нужно бороться. Вот. А, соответственно, вы своего мужа обманываете, значит, вы с ним не честны, а это значит, в свою очередь, что если вы с ним не честны, значит, вы не честны с собой, сами с собой. И получается, что вы, ну, возможно, не принимаете себя до конца. Или, например, сомневаетесь в том, правильно ли вы делаете. Сомневаетесь в том, правильно ли вы действуете. То есть, как бы, до конца уверенности у вас в том, что вот вы правы, занимаясь тем, чем занимаетесь, нет. Вот. Но опять же, исходя из того, что я вижу, то есть вы же скрываете от мужа, да? То, что делаете, скрывает. А почему скрывает? Потому что боитесь. А чего боитесь? Ну и вот так вот. А дальше все это и разбирается. Вот. Ну, если, конечно, у вас есть желание это делать. Разбираться с этим, я имею в виду. Вот. Вот примерно так. И нет слов. Нет каких-то слов для того, чтобы сказать. Нет слов для того, чтобы сказать безопасно. Да. Таких слов нет. Потому что, что бы вы ни сказали, если мужчина не готов принять
тот факт, что вы занимаетесь боксом, то он и не примет, как бы вы это не преподнесли. Поэтому слова, ну, о том, что вы это делаете, вызовут реакцию примерно, ну, одинаковую. То есть, что бы вы ни сказали, как бы вы себя ни повели, да, это будет, в принципе, одинаково. Одно и то же будет. Понимаете? Поэтому здесь вам следует понять одну важную вещь, что коли вы решили заниматься тем, чем занимаетесь, я имею в виду боксом, коли вы решили, что этого хотите, да, вот, то скажите ему об этом, своему мужу, как можно быстрее. Вот чем быстрее скажете, хотя бы, чтобы он узнал об этом от вас, не от другого кого-то, а от вас. Вот чем быстрее скажете, тем будет лучше. Это единственное, что вы можете сделать, повторяю, для того, чтобы ситуацию, ну, привести в адекватное состояние. Вот. Больше вашего мужа абсолютно ничего не успокоит. Понимаете? А по мановению волшебной палочки или по произнесению определенных слов человек не изменит своего отношения, и его личные проблемы, а именно они, его личные проблемы, как бы приводят его, собственно, к ревности, не уйдут. Знаете, его личные проблемы не уйдут от того, вот, ну, от того, какие вы слова найдете, к сожалению. Поэтому иллюзий впитать относительно этого не стоит. Но ревность вашего мужа — это проблема его целиком и полностью, ревность. И вам за нее ответственность нести не стоит. Потому что он ревнует не из-за вас. Он ревнует из-за себя. То есть он ревнует потому, что у него есть определенные проблемы, и все. Вот он ревнует только из-за этого. И потакая ему, да, то есть, ну, говоря что-то вроде того, что он хочет услышать, а не того, что есть на самом деле, вы еще больше ввергаете его в пучину его ревности. Потому что он привыкает к этому состоянию, когда ревность избегается. То есть от нее человек убегает, а не вы идете навстречу ей. Вот. Понимаете? Так что здесь нужно работать с вашим страхом. То есть почему не можете сказать? С вашей неуверенностью в себе, который определяет вот
ну, ваше поведение с целями, которые лежат в основе вашего поведения. Все это нужно подкорректировать, и тогда, я думаю, вы сможете мягко, но твердо, мягко, но настойчиво сказать ему о том, что вы ходите на бок. Вот. То есть у вас в отношениях с мужем нехорошо. Все. Не может быть все хорошо с мужем у вас, если он против тех залов, где мужчина. Как бы. Потому что, по сути, вы сидите на пороховой бочке. Не знаете, когда она взорвется. Ну, может быть, вы проживете так несколько лет. При том, что вам хочется, чтобы муж, да, был на соревнованиях. То есть вам хочется, чтобы он вас поддерживал. Вам хочется, ну вот, получать от него обратную связь. Ну, для этого, как минимум, нужна честность в отношениях. А ее нет. Понимаете? Поэтому я думаю, что именно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Точнее, вы даже вопрос-то не задаете. Вот если так подумать, да, вы не задаете вопрос свой. А вопроса у вас нет. Потому что вы просто говорите, что я не знаю, как сказать мужу. Как сказать, чтобы что? Вот чего хотите по итогу получить? Если хотите, чтобы он вас поддерживал, сказать нужно откровенно, прямо, лаконично, вот, и все. А ревность – это уже его проблема, это проблема доверия между вами. Это проблема его страха. Если хотите чего-то другого, то цель нужно, ну, как минимум, да, сформировать, чтобы она была понятна вам и нам, чтобы мы могли дать вам рекомендации хорошие. Вот, в принципе, и все. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!